Любая праздничная дата для города Артемовский – это нечто необычное. Вот и праздничный концерт в честь 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне выдался необычным. Артисты и творческие коллективы Артемовского радовали многочисленных зрителей, которые собрались на площади Советов. Зарядиться эмоциями артемовцам-слушателям не помешали ни капризы погоды, ни технические неполадки звука. Лирические и пронзительные, острые и воинственные интонации песен соседствовали, а точнее сказать, пропускали в этот вечер русскую плясовую и русскую народную песню. Ведь в День Победы, в день торжества жизни над смертью, нет лучшего комплимента, чем родные напевы и родные приплясы. Самых терпеливых, тех, кто дождался окончания концерта, ждал еще один сюрприз – яркий салют в честь Дня Победы.